Второй день подряд граница между Демократической Республикой Конго и Руандой превращается в поле боя. В четверг о жертвах сообщений не поступило, но накануне в среду в ходе перестрелки погибли 5 человек. Власти Руанды говорят, что все убитые – конголезские солдаты. Но Киншаса утверждает, что ее армия потеряла лишь одного военного. Мэр приграничной руандийской деревни говорит: в этих нападениях прослеживается почерк конголезских солдат. Это они обычно приходят вот так и забирают наш скот. Но на этот раз они напали на военных. Бой длился несколько часов, и вот теперь вы можете увидеть, чем он закончился. Повсюду на холмах лежат тела конголезских солдат. Отношения двух соседних стран долгое время были напряженными, но впервые эта напряженность вылилась в вооруженный конфликт. Киншаса обвиняет Кигали в поддержке вооруженной группировки М-23, которая борется за создание независимого государства народности тутси на территории Демократической Республики Конго. Руанда обвинение опровергает.